правильно вы говорите. Сегодня важный этап для нашей страны – это выбор президента Российской Федерации. И это важно для каждого гражданина страны, потому что мы выбираем будущее, мы выбираем нашего самого сильного президента в мире. Поэтому для нашей области, для нашего города мы участвуем во многих программах на сегодняшний день, направленные на социальную сферу, направленные на инфраструктуру. Поэтому, конечно, никто не должен остаться в стороне, прийти на избирательный участок и выразить свою гражданскую позицию в волеизъявлении. Сегодня все для этого обеспечено страной. Сама процедура проведения выборов. Сегодня все логично на избирательных участках. И мы видим с вами, что люди идут разного возраста и участвуют в выборах. Ну и мы участвуем параллельно в определении нашей комфортной среды, те места общего пользования, которые, на их взгляд, на их мнение граждан, необходимо благоустроить в ближайшее время. Да, Саша, это не секрет. Вот во втором вопросе, за какой участок голосовали? Я голосовал за несколько участков, потому что я сам житель Заводского района. Конечно, я голосовал за парк имени Гагарина, за парк Марины Росковой, потому что я там жил. И я голосовал за бульвар имени Рахова, потому что это та территория, куда мы как город, участвуя в программах, начали его благоустраивать, и нам его необходимо закончить.